Доброго утра всем! Сейчас у нас 8 часов, всех я выпроводила. Сейчас буду пить кофе, завтракать. И не знаю, что сегодня будем делать, потому что погода, конечно, совсем не летная. Ветер дует просто бешеный. И не знаю, у меня что-то горло как-то не так. Я себя чувствую, Афанасия тоже. Поэтому посмотрим, как там дальше будет с погодой. Может быть, на улице даже не пойдем. Иду сейчас закрывать ворота, потому что ветрюган такой, мне кажется, что их, блин, вырвет ворота, если их не закрыть. Такое дует сильное. Вот тут дует. И тучи по всему бегают. И холодно. Знаете, даже ворота открывает. Ты тут будешь играть? Да. С игрушками? А с чем ты будешь? Покажи, какая у тебя игрушка. Мотоцикл. Это мотоцикл? А где ты его взял? Купил. Купил? Да. А кто тебе купил? Вова. Вова? Да. Это правда? Да. Понятно. Вова. Ну давай тогда садись, будем играть, да? Так, мы сейчас с Афанасием моем пол на кухне. Хотела я сначала пропылесосить, но потом посмотрела, что там пятнышки всякие есть, поэтому решили все-таки протереть. Афоня тоже взял свою швабру, да? Да. Мама, ты иди, наверное, в коридорчике, мой сынок. Включи только там свет, хорошо? Ну, я тебе намочила тряпочку, она уже мокрая. Вот коридорчик, смотри. Вот тут вот в коридорчике. Я сейчас на кухне домою, хорошо? А ты в коридорчике. Вот, молодец. Видишь, как у тебя хорошо получается? Вот так, молодец. Давай такой свет включай, хорошо? Ты обиделся? А чего ты обиделся? Скажи. Ты не хочешь мыть пол? Да. Ну давай я помою, хочешь? Да. Ну давай. Ты пойдешь играть? Фунчика, а что ты тут делаешь? Пепа. Пепа у тебя тут? Да. А что тут Пепа твоя делает? Да. А. И что ты там пишешь? Да. Пошли полежим, пошли. Молодец, папа, свин. Полотенце мне не нужно. Нажми просто. Один раз. Ага, вот. Все, пошли полежим, да? Потом Пепа еще будет, да? Да. Пошли спать. Пойдем. Так, ну что, все проснулись. Вернее, Афоня проснулся. Что такое? Мам. Мама, повекал. Плакал. Ты плакал? Мама уехала, а ты плакал? Да. А как ты плакал? Покажи. Мама оплакал. Мама оплакал. Гриша с тобой был? Мама уехала. Мама уезжала? Куда мама уезжала? Магазин. Гриша тут Sims играет. А ты поплакал чуть-чуть, да? Да. Но ты недолго плакал? Он так ходит по дому, плачет. Да что он говорил? Мама, мама. Да? Да? Да, мама. А так. Ну сейчас ты уже не плачешь, когда мама приехала? Да. Ты уже улыбаешься? Да. А как ты улыбаешься? Мам. Чуть-чуть поплакал, да? Да. Хорошо. А мама плакала. А мама не плакала. Так, а я ездила в магазин сюда, в самый ближайший, за капустой. Мне что-то хочется тушеную капусту с мясом. В общем, сначала обжарить мясо на сковородке, потом в этой же сковородке потушить капусту и потом все это смешать. Поэтому я купила капусту. Очень удивительно, что вот еще не молодая, а вот такая старенькая, да, капуста.
обычная, она была в магазине, потому что я видела, что сейчас вообще вот такие с кулачок, просто малюсенькие капусточки, в которых там, мне кажется, один качанчик и резать-то нечего, а тут достаточно приличная по размеру. Так что будем ее сегодня тушить. Яиц купила, потому что уже нету яиц сырых, только вареные. И булочку хлеба. А прежде чем тушить капусту, я хочу попробовать одно средство. У меня уже руки чесались давно, но, знаете, Пасха, как-то не хотела я этим заниматься. Как раз пока такая погода, я хочу попробовать почистить хотя бы кусочек ковролина. Не знаю, наверное, с нашей спальни начну. Или с компьютерной, сейчас еще подумаю. В общем, почистить вот этим средством, на литр воды развести, все как здесь написано. В общем, на литр воды нужно развести колпачок вот этого средства, взболтать все в пену и наносить именно пену, а не воду, и потереть щеткой. Сейчас попробую это сделать, потом посмотрим, есть ли эффект или нет, оставить до высыхания и пропылесосить. Так что сейчас будем пробовать. Так, ну что, я уже все натерла. Вот, в общем, в ведре я отмеряла 1 литр воды. Один колпачок сюда влила этого средства. Оно, кстати, от Faberlic. Вот оно вот такое вот. Оно только появилось вот недавно. Вот, разводила. И, в общем, один колпачок вот этого средства. И щеткой вот такой вот, как утюжок. Вот это вот терла все. То есть, если пена заканчивалась, я опять ее рукой взбивала. Опять именно пену наносила на ковролин. Такой вот результат еще до пылесоса получился. Сейчас все это подсохнет. Естественно, какие-то супер жуткие пятна от пластилина вот у нас. Он не убрал, но надеюсь, освежит наш ковролинчик. Пропылесошу, потом еще покажу, как получится. Встал уже? Да. Кто встал? Ты встал. Так, а пока ковролин подсыхает, я начну тушить капусту с мясом, потому что уже 4 часа, нужно побыстрее, а то нам еще на карте сегодня. Так, ну что, вот мое мяско, оно уже посолено, потерчено, обжарилось. Сейчас я его буду вытягивать и на этой же сковородке буду обжаривать капусту. Вот я ее здесь нашинковала, половинку капустинки, еще здесь сейчас немножко дошинкую, с луком, с морковкой, с томатом ее потушу. И потом добавлю туда мясо. После того, как капуста с морковкой и с луком потушились, подрумянились немножко, я сейчас сюда добавила мясо, все перемешала и буду сейчас заливать все это томатом, можно томатной пастой. Вот, так что, и потом, когда уже весь томат выкипит, то все будет готово. Нужно будет добавить чесночка, зелень, в общем, все, что любите. Так, ну что, здесь все готово, но мы уже кушать не успеваем, сейчас едем на карате, да, Григорий? Давай, иди, мы с Афанасия с собой берем. Я еще вот быстренько сделала салатик. Молодую капусту, помидоры, огурцы, лук, зелень. Все, иду тебя обувать. Григорий, я не вижу, я все прекрасно вижу. Ты уже обулся, сынок? Давай на другую ножку, хорошо? Да. Правильно, это на эту, да. А, язык болит. Ну ты горячая, зачем? Я же тебе говорю, она еще горячая. Че его так? Я, ну то я подула еще одну порцию. Прям горячая-пригорячая. Кто там, сынок? Кума-рыба. Дорогая, это кума-рыба, да? Да. Пошли садиться. Вот мы едем на карате. Гляньте, как пышно дерево цветет. И 7 градусов, всего 7 градусов тепла, очень холодный ветер дует, безумно. Такие дни, все солнечные, тут бах. Да, тут бах. Ветер, да? Так, Григория отвезла на карате, Афанасий уже сегодня забрал, с работы приехал. И сейчас я до родителей приехала. Дрались. Да, и сейчас будете драться. Одеваем, как это называется? Кимоно. Кимоно. Одеваем, и Паша он уже. Одеваем кимоно. Да, Паша? Паша будет драться? Зоя. Все, попускай. Зоя. Зоя, ты будешь драться? Паша, иди сюда. Паша, прячься, девчонка. Да ой, Паша. Одеваем кимоно. Это не кимоно. Мы не будем делать, мы начали будем драться. Не, нормально. Так, кимоно одели, становимся.
Как надо сейчас становиться? Как Антоша научил становиться? Давай, становимся. Марго, давай, учи Зою. Да одевать надо капюшончики. Одевай зайчики. Капюшоны. Зайчики, оделись. Зоя, остановись драться. Давай, Марго, как приветствие? Давай. Паша. Ты что ты балуешься? Покажи. Паша, аккуратно. Тихо, Марго, аккуратненько. А вот так. Давай, Серёга. Надо было, короче, не Марго. Так, вот подарок от родни. Горшочки. Красивые, да? Не, ну дырочки то Сержуня просверлит. Мне прям нравится. Ты же знала, родня, что... А вот еще затычки. Бутылку. Затычки. Уши. Григорий сам сделал чай, да, Гриша? Поухаживал и за крестным. Три чая? И шоколадку купил, да? Огромную Аленку. Сколько она стоила? 104. 104 рубля? У меня в кармане даже еще что-то осталось. Да ты че? Сейчас ставлю завтрак. Так, ну что, всех провели в карты, поиграли. Так, прям интересно было сейчас играть. Я уже не отжималась и не приседала, и пресс не качала, ничего не делала. Что мы будем делать, Афонечка? Ты сюда? Что ты хочешь? Нет, туда никуда не надо. Садись здесь, кушай. Ты капусту хотел? Давай. Так, детки играют. Так, я прям пылесосила здесь ковролину, могу сказать, что это все полная фигня, он вообще не стал чище, ну, по крайней мере, наш точно, с нашими пятнами от пластилина и от всего, но он как бы стал свежее, вот в этом месте видно, что он прям, да, свежее стал, но все же не новый. Так что, мне кажется, это какой-то обычный мыльный раствор, то есть ничего там особенного нету, каких-то химических средств, которые бы прям... идеально очистили ваш ковролин. Нет, не овень, иди играй, пожалуйста. Вот, но могу сказать один огромный для меня плюс, потому что мы уже покупали как-то ваниш, и не смогли мы чистить ковролины. Ковры наши, не знаю, как сказать, паласы. В общем, не знаю, как это называется, покрытие на полу. Потому что там ужасный запах, очень ужасный. Может быть, сейчас что-то поменялось, это было несколько лет назад. Вот. Может быть, сейчас уже с запахом что-то произошло. Напишите, если вы чистите чем-то таким ванишем каким-нибудь. Вот. Но мне кажется, обычный мыльный раствор и все. Но... наш ковролин, конечно, уже очистке просто не подлежит. Он в таком состоянии, и в пластилине, я же говорю, там пятна от всего, чего можно. Вот. Ну ничего, дети подрастут, я надеюсь, мы заработаем еще на новые ковролины, потому что мы надеемся, что когда будем уже делать ремонт, и обои вот эти все раскрашенные, и ковролин, мы все поменяем, и тогда будет вид намного лучше. Ну, пока так, главное тепло. Вот. Так что вот такой вот приговор, но огромный плюс, что нет запаха, поэтому можно, естественно, им чистить, покупать его, хотя бы освежать. И для какого-то такого влажная уборка, мне кажется, это неплохо. Вот, сейчас наберу ведерко маленькой воды, возьму тряпку, 15 минут засеку, пробегусь везде, вытру пыль, пока не отсержу не. Он на волейбол поехал. И потом еще хочу успеть... разложить вещи, которые я сегодня сложила в обед, но не разложила по местам. Так что сейчас этим и займусь. Так, я свои 15 минут пыль протерла. Антоха еще вытирает, да, Антоша? И Афоня вытирал, но уже устал, уже хватит, сказала. Я, в общем, за 15 минут протерла весь компьютерный стол. Вот так вот поубирала там кое-какие поделки детские с 8 марта. Я хотел картину. Ратер. Про. Ратер. Картина волков. Хорошо. Волков.
Афонечка, а ты что протер? Открыл. Стол? Вел. Дверь? Нет, он не протирал. Я не видел. Он там стол протирал. И здесь что? Мам, а тут? Да, это стенка. А тут? Где-то фонта не протирал. А вау. Кто тут наряжается? А ты куда? А в город. В город? Да. Какой ты город? Волок. Город Краснодар? Да. Или в Ейск? Ейск. Ейск поедешь? Да. А с кем ты поедешь? С дедушкой. С дедушкой? Как дедушку зовут? Леня. Леня. А бабушку? Лака. Галя. For all the times that you ain't my parade, and all the clubs you get in using my name, you think you broke my heart, oh girl, for goodness sake, you think I'm crying on my own, well,